На сегодняшний день Невономысский медицинский институт совместно с администрацией города Невономыска решили сделать такой очень мощный и в будущем традиционный фестиваль для жителей города Невономыска и для школьников, и для студенчества. Фестиваль здоровья. Этот фестиваль направлен на то, чтобы пропагандировать не просто ЗОЖ, а он направлен на то, чтобы показать ребятам, как быть здоровыми на самом деле, для того, чтобы научить ребят оказывать помощь в каких-то неотложных ситуациях. Плюс в рамках этого фестиваля идет очень мощный тренинг для всех участников по подготовке, по психологической подготовке к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и вообще сессии в колледжах и вузах. И проводится очень мощные профилактические мероприятия вместе с Министерством здравоохранения Ставропольского края, в частности, краевая больница, городская больница города Невномыска, где все желающие могут пройти медицинское обследование. Поздравляю вас сегодня с праздником. Уверен, вы узнаете многого и интересного. С днем здоровья вас!